мне бы хотелось, чтобы вот таких фирм, как вы, вот мы находимся на территории, побольше появилось и целенаправленно они работают. Мы тогда власть, мы понимаем, на что мы работаем. Не на разбор полетов непонятно каких и непонятно куда, а на решение конкретных вопросов. И поверьте, в ручном управлении, там, в проектном управлении, это уже не столь важно. Важна конечная цель. И чтобы все, кто участвует в этом процессе, на это работали. Вот такая задача, такой губернатор ставит, и мы пытаемся сейчас, во всяком случае, в этом плане работать.